Добрый вечер, друзья, с калифорнийского ночного хайвея. Хотел так поделиться информацией. Первый раз об импичменте Трампа, или, скажем, возможном импичменте Трампа, я услышал, когда вот его там избрали и вспомнили про предсказание некого человека, который вот там заранее, задолго предсказывал, обосновывал там и так далее. И стали смотреть еще раз там на его предсказания, на эти. А он и говорит, что его, конечно, избрать-то его изберут, но срок он своего не досидит, его, значит, импичнут. Вот так предсказал этот самый человек. И я вспомнил об этом предсказании сегодня, когда читал Los Angeles Times. И там прошла, так, между делом прошла, знаете, без какого-то там, так, знаете. Вот, прошла информация о том, что сенатор Файнстайн, от штата Калифорния есть два сенатора. Они обе женщины, демократки. Вот одна из них, сенатор Файнстайн, проводила, ну, такое мероприятие по сбору денег, такой фандрейзинг, так называемый, для своей избирательной кампании там последующей. Короче, проводил мероприятие, там собрались люди, которые денежки дают, ну и собрались еще как бы сторонники, так сказать, поддержать. Они на улице стояли там, типа, молодцы, там, вперед. И Файнстайн, чтобы как-то так, ну, душевно с ними обойтись, проходя мимо, ответила на несколько вопросов. Ну, естественно, там корреспонденты, все это снимается, записывается там и так далее, вот публикуется. И там было сколько-то вопросов. Я читал, соответственно, репортаж о том, какие вопросы, что она отвечала. И вот один из этих вопросов меня очень заинтересовал. Там некий, так сказать, человек, который пришел поддержать, спросил у нее. Говорит он, вот эти вот бизнес-связи президента Трампа, ну, вот такие, как бы, порочащие его, так сказать, арийскую чистоту. Значит, вот эти его бизнес-связи всякие, а сейчас много об этом пишут. Вот что вот она может по этой части сказать, и не приведет ли это к его импичменту? Вот как вообще вот с импичментом? На что Диана Файнстайн, а это не просто человек, как бы, ну, сенатор, знаете, там сенаторов много, это очень почтенный сенатор, это один из ведущих, там, ну, я не знаю, кто там ее почтеннее, чем Файнстайн. И вот, и она говорит, над этим работают сейчас, сказала она, люди технические, вот там буквально она так сказала, над этим работают, там, запятая. Технические люди работают, то есть работают буквоеды, которые знают закон, букву закона знают и пытаются что-то там, ну, найти, посмотреть там и так далее. И она не сказала, что вот я там обещаю вам, что это обязательно произойдет, она не сказала, что это будет очень скоро, ничего такого она не сказала. Но она говорит, ну работаем над этим делом, так что, говорит, в общем, так сказать, работаем. Вот об этом я хотел вам и рассказать. Счастливо!